ждали его месяц, хотя должны были раньше привезти. И сборку сказали, а сборка будет через 2 недели. А я такая, ну как 2 недели, мы столько ждали, и мы отказываемся от сборки. Попросили братьев, и в четверг пришли такие братья дружные, вообще с инструментами. Нам сделали, все собрали, мы вкусно пообедали. И так было круто, а дочь говорит, я не хочу идти на работу. Это так классно, когда все вместе мы что-то делаем. Вот, поэтому спасибо большое. Реально, вот ты чувствуешь, что мы одна семья, вы знаете, в таких вот мелочах. Я благодарна Богу. Еще у кого-то благодарность? Может быть, давайте уже выходите из шлапаки.